Ты что делаешь? Ты что, не слышишь? Что? Ну вот же, слушай. Просто волны. Нет, это целая музыка. И все время разные. Да еще и ветер так подыгрывает ей. Неужели не слышишь? Да ты все выдумываешь. Ой, я что-то слышу, слышу. Это телефон. Алло. Доча, слушай внимательно. У меня машина немного поломалась. Да, все хорошо. Просто, доча, я не успею маяк включить. Понимаешь, уже темнеет скоро. А у нас там реле не работает, ну ты знаешь. Ты не беспокойся, пап, я все сделаю сама, я помню. Только ты там осторожнее с электричеством. Не шутят. Папочка, ты не беспокойся, мы тут вдвоем с Ингой. Будем маяк зажигать. Класс! Опять ты тут. Не бойся, она не кусается. Если я включу маяк, тебя же током убьет. Глупая. Чем бы тебя выманить? Я нашла, нашла! Настя! Настюша! Доча! Инга! Где Настя? Инга! Настя где? Настя! Сейчас, милая, сейчас. Папа, папочка, я ничего не вижу. Это просто уже темнеет, доча. Почему? А почему я тебя не вижу? Где Инга?
Ого! Тебе идет. Ну что, доча, вот мы и дома. С возвращением. Красиво, наверное. Красиво. Осторожнее. Папа, я не инвалид. Меня в интернате научили, как самостоятельно со всем справляться. Тем более, я здесь все помню. Вот здесь у нас бочка стоит. Надо же, помнишь. Уже 3 года как убрал. Ого! Как у нас тут оживленно. Ты все-таки наладил бизнес. Ну, какой бизнес? Так, для поддержания штанов. Беседки он поставил и потихоньку принимаю туристов. С работой не клеится, да? Это я еще по твоим визитам поняла. По голосу. А нет больше работы, Настюша. Не нужны мы теперь мореходству. Теперь все электроникой и спутниками пользуются. Хорошо, что начальство хоть помогло дом за символические деньги с участком выкупить. И то сказать, символические да символические, а все накопления пригодились. Пап, ну хорошо хоть так. Ведь маяк – дело нашей династии. Знал бы прадед, что экскурсиями на маяк проживать придется. Витя, привет. О, привет. Ну, здоровайтесь. Здравствуй, Настя. Это я, Анатолий Степанович. Здравствуй, дядь Толь. Какая ты взрослая стала, красивая. Ой, дай обниму тебя, что ли. С утра 3 экскурсии организовал, да еще 3 участников было. Хорошо. Ну, свой процент я уже взял. Все, побег. А то ничего доброго открутят там, а ты потом мне, а? Давай. Ну, пошли в дом. Все так же. Специально ничего не переставлял. И стол на месте. Пап, как ты думаешь, может, все-таки маяк еще понадобится морякам? Кто знает. Вот перестанут спутники работать или еще что. Вот тут о нас и вспомнят. Ты все так же зажигаешь маяк по вечерам? Зажигаю. Для мамы. Для мамы. Настюха! Ты вернулась. Инга! А я с парт бежала и сразу сюда. А где ты учишься? На переводчицу, как и мечтала. Ты, это долгая история, я теперь на фармацевта учусь. Да ты и погоди с учебой-то. Дай тебе рассмотреть, какая ты стала. Ты так выросла. Прям красотка. Настя, неудобно спрашивать, но ты же помнишь, что я прямой человек. Ты про зрение. Угу. Ничего не вижу, только светлые пятна, если солнце гуляет. Ты прости за вопрос. Ничего. Я уже привыкла. Можно я тебя посмотрю? Да, конечно. Держи. Щечки те же. Голос у тебя не изменился. У тебя тоже. Настя, ты, пожалуйста, прости меня за ту железку чертову. Я все эти годы не могла себе простить, что ты... Инга!
Ты не виновата. Мы же тогда маленькие были. Глупые. А я пыталась найти в себе силы к тебе приехать в интернат, навестить, а что-то не смогла. Инга, скажи мне, у тебя парень есть? А я теперь совершенно по-другому начала к звукам относиться. Когда один орган чувств отключается, другие еще лучше начинают работать. Ну, ты всегда к чему-то там прислушивалась, помнишь? Я теперь музыкальные инструменты осваиваю. Играю на гитаре, пишу музыку. Здорово. Покажешь? Ой. Как-нибудь. Маяк – наша гордость, излюбленное место туристов и романтиков. Место с историей. Строить его начали в середине 19 века. Дело было насущное. Этот участок моря хранит в себе много опасностей. Мы случайно не через эти места ходить будем? Постоянные отмели, и среди них проходит узкая линия фарватера. Башня, выстроенная из камня, имеет 8 граней. Высота ее 20 метров. Вот он наш красавец. Любуйтесь и наслаждайтесь. На этом маяке в мае 1876 года установили новинку тогдашней маячной техники. Перворазрядный светооптический френелевский аппарат постоянного огня. Осторожно здесь. Проходите, проходите. Дорогостоящее тяжелое оборудование великими предосторожностями морем доставили из Франции. Сначала в Одессу, оттуда в Таганрог и далее по степному бездорожью. До сюда, Витя, привет. Знакомьтесь. Виктор Михайлович, потомственный смотритель. Здравствуйте. Маяка. Приветствую. Здравствуйте. Ведь мы поднимемся наверх. Конечно. Прошу, за мной. Добро пожаловать. Спасибо. Я за тобою вслед, но не окончен круг. Ну, поскольку маяк на 30 метров поднимается над землей, то свет его можно увидеть с расстояния примерно в 20 километров. А смотритель маяка прямо здесь живет? Или вахтовым методом? Да все время здесь, прямо на территории. А. Ну, домики видели? Вот тут и живет. Ага. Нормально, прям дома. А искупнуться у вас тут можно? Купайся, далеко не заплывай. Костян, купальник взял? Ага, конечно. Голышом пойдем. А штормит часто у вас? Штормит только для тех, кто отдыхает. Для нас все здорово. Так, а я что-то не могу найти. Где у нас тут порт? Ну вот, вон за косой. А, вон, смотри.
покоем на свет звук. Свет звук. Кто здесь? Простите, не помешал? Нет, ничего страшного. Вы не против, если я вас еще немного поснимаю? Вы так живописно сидите. А вы лучше маяк поснимайте. Посмотрите, какой красивый. Вы тоже очень красивая. Как вас зовут? Простите. Вам помочь? Нет, я сама. Вы уверены? Вы не ушиблись? Нет. Давайте я вас все-таки провожу. С гитарой все хорошо? Не царапина? Дайте. Спасибо, дальше я сама. Ромыч! Ты чего там забыл? Всем хочется засветло на косу попасть. Иду, иду! Прекрасная новость. Привет. Привет. В общем, я навела справки по ситуации Насти. Так вот, если раньше врачи ставили крест на возможность вернуть зрение, то сейчас уже есть методика, и она опробована, которая может дать шанс. Я нашла статистику, и картина очень оптимистичная. У нас трагедия случилась как раз при попытке врачей вернуть зрение. Я знаю. Все дело в импортном лекарстве, которое было в закупке подделкой. Да. Можете это хотя бы не при мне обсуждать? Настя, вот при тебе и нужно. Потому что я нашла в нашем крае клинику, где эту методику уже применяют. Ну, там, правда, пока дороговато, но, судя по очень большой очереди, эффект есть. Сколько денег нужно? Ну, там плюс-минус, от нюансов зависит, конечно. Ну, где-то что-то около $1020. Ясно. Инга. Откуда у нас такие деньги? Ну, может быть, дом продать, маяк. Купить себе жилье недорогое поблизости. В поселке или в городе. Хватит и на операцию, и потом еще. Ты не вздумай об этом при папе сказать. Ты же знаешь, что маяк для него — это вся жизнь. Он по-прежнему зажигает каждую ночь фонарь? Конечно. Мне кажется, его единственный смысл жизни — это я и мама. Он зажигает маяк, пусть не для кораблей, но для мамы. В память о ней. Thank you.
Светится. Светится. Красиво. Представляешь, я словно отчетливо его вижу. Интересная штука, зрительная память. Ага. Лучше б по набережной прогулялись. Хватит ныть! Уже неделю в этом городе, скоро идти в рейс еще ни одной знакомой. Я что, похож на идейного девственника? Вообще-то да. Не прощу. Смотрите-ка. А вот это ничего так. Огонь! Смотрите, мастер-класс. Только не говори, что ты приезжий. Привет! Лёва, танцуешь? Меня Виталик зовут, а тебя как? Ставлю сотку, что хотя бы возьмет ее телефон. Думаю, все закончится плачевно. Погоди еще. Ваш коктейль. Погоди. Ты че? Ну давай, валяй. Пошел. Как ты угадал? Маленький город. Все друг друга знают. Красивые девчонки уже со школы разобраны. Три виски нам повтори. Видали, как я его сразил? Интеллектом. На самом деле, тут другая методика нужна. Ищем одиноких не на танцполе, а за столиками. Например, вот вам вариант. Идем. Идем, 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 идем. Девушка, hello. Можно мы к вам тут присядем и разбавим ваше молчаливое одиночество нашими остроумными репликами? С нас выпивка. Здрасте. Меня Виталик зовут. Инга. Костя, Рома. За знакомство. Соточку верни. Не спеши. Чего трубку не берешь? Не знаю, не слышу. Боцман там в ярости. Послал за тобой. Мы, конечно, отмазывали как могли, но он учуял похмелье. Ну ты нас пустишь или так и будем стоять? Я не один, парни. Давайте через 5 минут. Не один. Сговорились вы, что ли? Доброе утро. Кто приходил? Слушай, я на работу проспал. Мне надо срочно. А, да я понимаю, мне сама уже пора. А мы с тобой еще увидимся? Ну, нам должны сегодня расписание рейсов выдать. Слушай, есть повод, от которого ты не сможешь отказаться. Какой? У меня есть подружка, она на маяке живет, представляешь? И скоро выступает на конкурсе, и поддержка из зала ей будет очень даже кстати. К тому же твои друзья просили с кем-то познакомить. Что скажешь? Когда этот конкурс? Добрый день. У меня здесь встреча назначена с Сазоновой. Вы по какому вопросу? По поводу оценки недвижимости.
Галочка, это ко мне. Роза Геннадьевна? Виктор Михайлович, проходите. Короче, это госпосмотр молодежи с возможностями, ну, ограниченными. И я подумала, что у тебя есть подруга, которая играет на гитаре. Точно. Инга, я не смогу. Очень даже сможешь. Нет. Да. Я же никогда не выступала перед публикой. Я начну волноваться, и получится полный ужас. Публика — это сами участники, их родня. Ну, к тому же, вот что волноваться, ты их даже не увидишь. Ой, прости. Все нормально. Тебе что, не важно показать свой талант кому-то, кроме папы, ветра и моря? Да какой талант? Ну, это же все любительское. А кто сказал, что это плохо? Мне кажется, тебе необходимо иметь цель и к ней стремиться. Я не права? В конце концов, ты же не будешь всю жизнь сидеть затворницей на маяке. Хорошо. Если не для себя, то для меня. Можешь постараться. Я с парнем познакомилась сегодня. Он моряк. Ну, такой. Ничего. Ну, вроде бы приличный. Придет, посмотрит, какая у меня крутая подружка. Ну, тебе что, жалко? Да не жалко мне. Дай подумать, ладно? Хорошо, только знай, что я же отправила заявку на участие твоего имени. Не вижу ни одной привлекательной кандидатуры. Ага. Да хватит уже ныть. Никто тебя сюда силком не тащит. А нравится, уйдем. А нет, есть одна красотка. Смотри, гитаристка, кажется. Бинго, это же наша участница. Что, ничего такая, а? Заткнись. Привет. Привет. Знакомься, здесь Роман, Виталий и Константин. Добрый день. Да. Вы на гитаре играете? Нет, Ромыч, на контрабасе. А гитара так, для отвода глаз. Что за вопросы вообще, а? Девушка, меня Виталик зовут, я тут самый красивый. Тут рядом со мной Костя, худощавый, нос длинный, уже плешь виднеется. Что? А парень с неприличными вопросами — это Роман. Он просто страшный. Он у вас всегда такой? В детстве, говорят, был тихий и скромный. А чего? Ну, это потому, что родители ему рот скотчем закрыли. Ну, ты вообще, Ромыч, взял и все выдал, предатель. А я, между прочим, всегда хотел стать музыкантом. Да, барабанщиком. Любил колотить по тазам, по табуреткам. Родителям нравилось. Ну и соседям тоже. Милое местечко. Пойдемте, я вам покажу территорию. На маяк поднимемся? Конечно. Угу. А выход с участка на пляж есть? А, ну, это не совсем пляж. Значит, есть. Хорошо. Осторожно. Угу. Ну, шансы, я хочу вам сказать, очень-очень неплохие. А почему решили продать такую красоту? Очень деньги нужны. Солнцева. Песня «Маяк». Музыка и слова автора.
Встает рассвет, слышу тепло рук. Ты для меня свет, самый любимый звук. Когда тебя рядом нет, все угасает вдруг. Какой он на звук свет, какой он на свет. Тебя не смущает, что я слепая? Нисколько. Если бы ты знала, сколько людей даже не подозревают, что они слепые. Ходят, делают что-то. Говорят друг другу ничего не значащие фразы. И никого вокруг не замечают, кроме себя. Вот это слепые. А ты... Ты удивительная. Ты знаешь, что я в первый раз тебя увидел на этом самом месте, а не перед концертом? Знаю. Откуда? Голос. Я его запомнила. Хорошие получились фотографии. Прекрасно. Насколько у вас все серьезно? Ты про Настю? Про тебя и Настю. Можно войти? Я понимаю, что ты думаешь. Приезжий, моряк и все такое. Но я люблю твою подругу. По-настоящему. При том, что она инвалид? Она не инвалид. И да, я понимаю, что это навсегда. Что ей всегда нужна будет помощь и забота. Больше, чем обычным людям. Но я готов к этому. Ты меня просто не знаешь. Ладно, Ромео. Мне, конечно, обидно, что моя подруга увела у меня парня. Но если она с тобой счастлива, хорошо. Так тому и быть. Настя может обрести зрение. Шанс есть. Тут вопрос денег на обследование, операцию и восстановление. Вот все по ее ситуации, ознакомься, будет полезно. Зачем? Ну, чтобы найти нужную сумму. Она немалая, у Насти с отцом в этом плане проблемы, и просвета, видимо, не будет. Так что дерзай, Ромео. На деле посмотрим, какая у тебя любовь. Или это все красивое бла-бла-бла. Здорово. Ты чего такой смурной? Видел изменения по датам. Через 3 дня идем в рейс. Слушайте, у нас никаких вариантов по совмещению ставок в команде нет? Без шансов.
полкоманды занимает недостающие штатные единицы без доплат, лишь бы удержаться на работе. А ты на мели, что ли? Случилось чего? Да, так. 20 тысяч долларов на одно дело найти надо. Красиво жить не запретишь. Это больше года плотно по коммерческим рейсам ходить надо. Да и то, если сократить все расходы до минимума. А у родителей? Да я им сам каждый месяц целую. А если в корабельной кассе занят? Кто тебе даст? Вот какой залог? К тому же бабло только за день до отхода привозят. Атас, боссман, мы в ходовом должны быть. Ромыч, давай шустрее. Так вот ты где. А тут дом закрыт. Виктор Михайлович, и нигде нет. Тебя тоже. Что-то случилось? Ты без звонка просто так никогда не приходишь? Случилось. Я думаю, тебе нужно это знать. Я нашла лекарство, которое принимает твой отец. Ну и навела справки. Папа, ну почему ты скрывал свою болезнь от меня? А что я должен был сказать? Но ведь можно что-то сделать, а не пить лекарство тайком от меня. Я собирался сказать, но как представлю, что ты тут одна на свете, без меня, я не знаю. Что врачи говорят? Говорят, год-два, не больше. Зависит от того, будет опухоль в голове расти или нет. Это как бомба с часовым механизмом, никогда не знаешь, когда... Дочь. Прости. Настена, скажи, у тебя с этим моряком все серьезно? На него можно положиться, если что ты о нем знаешь? Я люблю его. Он любит меня. Я это знаю точно. Можешь пригласить его в гости? Хочу познакомиться с ним поближе. Может быть, завтра на ужин. Всякий случай хранил, тесть у меня постоянно ключи теряет. Непростой ключик. Оплата по двойному тарифу. И еще, это нужно прям срочно сделать. Кэч. Тогда по тройному. Идет. Алло, привет. Не отвлекаю? Папа очень хочет с тобой познакомиться. Сегодня ждем тебя на ужин. Как ты после работы?
Настя, тут такое дело. Я сам хотел тебя набрать, но ты меня опередила. Я завтра в рейс ухожу. Алло. А мы увидимся сегодня? Конечно. Только я к вам не успею. Давай я тебе такси вызову и в городе встречу. Часов в 7 сможешь? Смогу. Ну что там? Ничего не понимаю. Он завтра в рейс уходит. Надолго. Я предупреждала. Этим морякам нельзя верить. Все странно. Чего же он мне раньше-то не сказал? Настя, слушай, не хотела тебе говорить. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ты о чем? Помнишь, я рассказывала, что я с парнем переспала после дискотеки? Так вот, я-то был Рома. Я раньше не говорила, думала, с ним все складывается. А сейчас вижу, он сливает тебя просто. Видишь, какие они мужики. Ты спрашивала. Почему у меня с ними не складывается? Этот рейс, это надолго? Надолго. Точно не знаю. Ты понимаешь, нам даты передвинули, а сказали в последний момент. Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Что-то скрываешь от меня. Ну что за глупость? С чего ты взяла? Я это слышу по твоему голосу. Так мало рассказываешь о себе. Скажи, у тебя кто-то есть? Правда, я не обижусь, я все понимаю. Да у меня никого нет, ты что? Честно. Почему не знаешь, когда вернешься? Ты понимаешь, мы идем в Индию, а там нам могут нагрузить еще пару местных перевозок в Таиланд или Вьетнам, например. Ты будешь звонить? Конечно. Ром. Что? Давай мы пойдем к тебе. Ты уверена? Тогда лучше поедем. Я возьму такси, ладно? Стой здесь. Ром. Что? Я немного волнуюсь. Мне это первый раз. Я не знаю, как я выгляжу без одежды. Ты прекрасна. Вся. Каждый миллиметр твоего тела. Это, наверное, папа звонит. Дай тебе телефон. Нет.
Давай еще вместе полежим. Настя, а зачем твой папа каждый день маяк зажигает? Для навигации судов он уже не нужен. Мы, например, используем электронные данные и координаты. Мою маму забрало море. Давно. Мне 5 лет было. Ее звали Любовь. Любовь? Маяк — это как память о ней, да? Да. Папа тогда был в море. Он иногда подрабатывал с друзьями на небольшом рыболовном судне. Нам с портовой метеослужбы сообщили о том, что надвигается шторм. Сильный. И маяк нужно было зажечь раньше обычного. Мама пыталась связаться с судном, на котором был отец, но там, видимо, что-то вышло из строя. И она поплыла на моторной лодке, чтобы предупредить. Подумала, если нет связи, то они не знают о шторме. Но, видимо, не смогла их найти. Не успела. Папа с командой вернулись, чудом живы остались. А мамы нет. Так ее не нашли потом. Пропала без вести. Прости, что спросил. Ничего. Я, наверное, потому что маленькая была, смирилась. А папа нет. Я буду ждать тебя, Ром. Сколько бы ни понадобилось времени. Знай, что я всегда там, на маяке. Сейчас сделаем. Присядешь? Не, спасибо. Порто Сарамес на месте. Где Д'Артаньян? Так со своей Дульсинеей. С Констанцией. Учите матчасть. За любовь. До дна. А нет, нам до дна не надо. Нам завтра нужно в море идти. Вот и идите. Прости, твое выпила? Танцуем! Дамы приглашают кавалеров. Ты что, застыл? Вперед! Хотели. А, нет, это я другу сигнализировал. Что? Девушка, телефончик не оставите? Ну да, да.
маленький город. Все верно. Поехали к нам. К вам. Но мы с Виталиком на двоих квартиру снимаем. Двухкомнатную. Не, я больше не люблю просыпаться в чужой постели. Идем ко мне. Идем? В смысле? Я недалеко живу. Пойдем. Черт. А ключи? Алло. Да, привет. В такую рань? Рома, ты на часы смотрел? Ясно. Конечно, я помню. Да, давай, пока жди. Доброе утро. Подъем. Как у вас там? Листать всех наверх. Что случилось? В рейс проспишь. Встаем. Он что, за нами следил? Виталик. Виталик. Ты чего тут? Так ты ж ключи забрал. А чего ты не позвонил, не сказал? Трубка села, но решил не мешать. Ну, тут, в принципе, на свежем воздухе только прохладно малость. Ребят, вы пока расшаркивайтесь, а я полетела. Угу. Ну, правда, чего ты? Да ладно, проехали. Интересно, где тут можно позавтракать? Привет. Вот. Этого должно хватить на лечение. А откуда они? Ограбил банк. Очень смешно. А что я скажу Насте? Ну, придумай что-нибудь. Нашла через благотворительный фонд или что-то такое. А что ты их сам не отдашь? Ухожу в рейс.
И я не хочу, чтобы она считала себя мне обязанной. Логично. То есть ты вот так легко можешь отдать большую сумму денег тому, кого ты едва знаешь. Я вот сейчас их возьму, на Багамы улечу. Да. Но только это не та сумма, чтобы долго пробыть на Багамах. Я же вижу, что судьба Насти для тебя не пустой звук. Прости, я понимаю, ты рассчитывал на наши отношения, но отступила ради подруги. Я тебе доверяю. Хорошо. Теперь спокойно. Настя со своим парнем не ошиблась. На свадьбу позовете? Конечно. Привет. Представляешь, кто-то ночью обчистил корабельную кассу? Я знаю. Значит, взяли не всю сумму? Ну, выходит, что так. И как думаете, почему? Добрый день, товарищ капитан. Разрешите войти? Ты что, не видишь? У нас здесь полиция работает. Я как раз по этому поводу. Здесь можем сделать выход на пляж. Если вовремя подсветиться с документами, пляж вообще можно сделать закрытым. Оформим как территорию спецобъекта. Ну, вы меня понимаете. Да, я понимаю, что это еще определенная сумма сверху, но в целом мысль мне нравится. Угу. Здесь вот место для гостевого домика. Коммуникации все подведены. Здесь тоже. Папа, какой гостевой домик? Ты что задумал? Что происходит? Ты решил продать все? Пойми, доча, мне немного осталось. Хочу уйти, зная, что ты снова видишь. Мы сделаем операцию, купим жилье попроще. Тебе все равно одно это все не потянуть. А мое согласие не требуется, да? Всем добрый день, Виктор Михайлович, Настя. У меня прекрасные новости. Что такие мрачные? Что-то случилось. Инга, папа решил маяк продать. Зачем? Вот, пожалуйста, пока идет стройка, вот здесь можно оказаться. Понятно, ради Насти, да? Да, помещение. Так вот. Хорошее. Та-дам! Деньги на операцию. И еще. Та-дам! Документы на операцию. Я все уже оформила. Нужно будет подождать чуть-чуть. Там в него чуть не хотелось проскочить. Деньги? Угу. Откуда? Настя, откуда? Оказывается, фонды благотворительные – это не пустой звук. Тем более, твоя победа на конкурсе сыграла большую роль. Так что здесь есть и твоя заслуга. Папа, мы ничего не продаем. Значит, вернуть деньги отказываемся. Я же говорю, они за борт упали. Я там в темноте наткнулся на что-то. А ты понимаешь, что это позволит судье впаять тебе по максимуму? Наверное. Я не специалист по этому делу. Знаю, что не специалист. С характеристикой ознакомился. Ты сознался зачем? Стыдно стало. Подумал, как буду команде в глаза смотреть. Не понимаю. А брал тогда зачем? Задолжал кому-то, что ли? На этот вопрос я отвечать не буду. Ну и дурак. Вижу, парень, ты хороший. Только судья этого в расчет брать не будет. Учитывая пожелания прокурора и нежелание подсудимого сотрудничать со следствием, суд назначает Буркову Роману Евгеньевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. С отбыванием срока в колонии общего режима. Чего встал? Не санаторий.
Настена, хотел спросить, что-то давно твоего друга не видно. Поссорились, что ли? Он в плавание ушел. Надолго? Да. Сказал, позвонит, когда будет возвращаться. Ясно. Значит, будем ждать вместе. Пап, представляешь, если операция пройдет успешно, я впервые увижу его. А вдруг он тебе не понравится? Нет. Я это точно знаю. Я его чувствую. Он для меня самый лучший человек на свете. После тебя, конечно. Это яблоки. Хорошие, вкусные. У бабы Нюра брал в Мельниково. Помнишь ее? Пап, я все-таки волнуюсь, а вдруг ничего не получится? Вдруг все это зря? Об этом вообще не думай, доча. Когда повязку снимут, увидишь, как вокруг хорошо. Все цветет. Чувствую. Рома звонил? Нет. Наверное, не вернулся еще. Я просто переживаю, вдруг с ним что-то случилось. Ничего не случилось, доча. Появится твой Роман. Вот ему сюрприз будет, а? Дорогие мои, боюсь, что операцию придется отложить. Как отложить? Почему? Что-то с анализами. Как сказать? Дело в том, что вас, Анастасия Викторовна, можно поздравить. С чем? С будущим ребенком. Вы беременны. Как беременна? Настена, ты что это затеяла? Бросай это дело, я сам сейчас. Пап, мне не сложно. Тебе врач что сказал? Никакой тяжелой работы. Это ж просто белье. Оно мокрое, тяжелое. Пап, перестань. Ты так говоришь, как будто беременность – это болезнь. Мне положен постельный режим. А, спорщица. О, туристы пожаловали. Ну вот и иди к ним. А я здесь сама. Только… Папа, не беспокойся, все хорошо. Добрый день. Привет, Толь. Это Виктор Михайлович, потомственный смотритель «Маяка». Я о нем вам рассказывал. Инга, а ты что тут так официально? Здрасте. Вот показываю ваше чудо другу своему. Это Семен. Добро пожаловать. Зайдете так. Потом к нам? Обязательно. Проходим. Проходим. Как ты не будешь? Это краевой конкурс. Ты за весь город выступаешь. Ну ты посмотри на меня. Как я гитару держать буду, петь? Да и вообще. Тебе так это идет, если бы ты знала. Не зря говорят, что беременность украшает. Правда, Семен? Да, вам очень идет. А как она поет? Ты бы слышал. Просто богиня. Так, секундочку. Семен, а вы давно с Ингой знакомы? Почти месяц уже. Ничего себе. Она мне ничего не сказала. А это, чтобы не сглазить. У нас с Семой полная гармония. И мы уже с ним думаем о свадьбе. Так, репетиция на зрителя.
Алло. Нет. Вы ошиблись номером. Ром так не появился. И не звонил. Может быть, он в море? Там, наверное, связи нет. Ну, вообще-то на судах всегда есть связь. Может, с ним что-то случилось? Давай в мореходстве попробую узнать. Ребятки, Анатолий уже на сосне. Дамы искупались, просят поторопиться. Все, мы бежим. Было очень приятно. Пока. Все, добро. О, какая встреча! Привет. А вы что, уже вернулись? Уже месяц как? Месяц? Ну, у нас же телефона твоего нет. Костик сам не свой ходит. Уже и в клубешнике тебя искал, и у дома караулил. А я же с него себя живу. А. Ну, так что ему сказать-то? Скажи, планы поменялись. А Рома тоже вернулся? Рома? А что? У меня к нему есть дело. Дело? Давай-ка прогуляемся. А что я должен был сделать? Ну, хотя бы причину кражи сказать. Или вообще поделиться проблемой. Сообща, придумали бы что-нибудь. Но весь рейс сами не свои были. Все гадали, что произошло. Зато все получилось. Скажи я следствию про мотивы, изъяли бы деньги. Сказал бы вам, стали бы сообщниками. Когда у нее операция, Инга сказала? Скоро. После того, как... Как что? Ребенок родится. Чего? Какой ребенок? Чей? Да твой ребенок, дурень! Станешь папой. Ты же понимаешь, что нас ждет тебя. До сих пор думает, что ты в плавании. Да, понимаю. Пусть все так и останется. Да брось, чувак. Зачем такие жертвы? Да ты думаешь, она обрадуется, когда узнает, что у ее ребенка папа уголовник? Ее отца это вообще убьет. А так думаешь лучше? По крайней мере, до операции, да. Я ее знаю. Узнает, откуда деньги. Откажется от всего. Так что пусть все остается как есть. И вы обещайте мне оба, что будете молчать.
что, как она? Не волнуйтесь. Мы сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. Но сейчас вашей дочери необходимо стационарное лечение. Для исключения угрозы прерывания беременности. Ясно. Спасибо вам, доктор. Себя благодарить. Еще бы немного, и было поздно. Вы как, в порядке? Да, все хорошо. Дышусь немного. Настя, здравствуйте, можно? Здравствуйте, а вы кто? Семен. Я был у вас с Ингой на маяке, помните? А, да, да, да. А я... вы один? Да, один. Я присяду? Конечно. А почему Инга не пришла? У нее срочные дела. Я принес вам апельсины. Тут еще яблоки и морс. Спасибо большое, но мне врач цитрусовые запретил. Ой, я не знал. Ну, съем сам. А вы еще цветы принесли. Откуда вы знаете? По запаху. Это, кажется, азалия. Верно. На языке цветов означает «береги себя». Семен. А вы не могли бы со мной выйти на улицу? Мне одну не отпускают, а так охота прогуляться. Конечно. И поэтому я впервые решила взять в руки гитару. У нас в интернете многие увлекались, чтобы не чувствовать себя ограниченными. Осторожно. Настя, можно вас попросить не рассказывать Инге о том, что я у вас был? Почему? Не хочу, чтобы она ревновала. Беременный и слепой. Мы с недавней подруги, и даже такое в голову не придет. Все-таки я лучше ей расскажу сам. Ну, хорошо. Знаешь, чего я боюсь? Только ты не смейся. Не могу обещать, но ты говори. Иногда я думаю, вдруг ребенок тоже слепым родится. Это правда смешно. Настя, твоя слепота не наследственная. Так вот, вдруг я как раз начну эту наследственность. Ерунда не говори. Таких случаев не было в медицине. И скоро кончаются каникулы, и снова эти пыльные аудитории. Твой папа стал разбираться в цветах? Знаешь, что означает азалия? Береги себя. Угу. Мне их всем дарил. Вместе конфетно-букетный период. У вас все хорошо? А что? Ну, просто у вас все в порядке? Да, походу, сливает меня Семка. Что-то себя теперь расспрашивает. У вас же свадьба намечалась. Да, Настя. Намечалась. Прошедшее время. А он к тебе не заезжал? Нет. Чего это мое сердце, мне кто-то появился. Не накручивай себя, все у вас хорошо будет. Больше никаких нагрузок и переживаний. Как скажешь, пап. Не я, это врач сказал. Ко мне не было. Никто не звонил? Никаких переживаний, доча. Значит, не звонил. Все будет хорошо.
Бывают рейсы и в год длиной. Ну что, готова? Готова. Все-таки меня бросил. Говорит, прости, у меня новая любовь. Сволочь. Ну, не переживай. Может быть, просто это не тот, кто тебе нужен. Настя, мы почти что поженились. Знать бы, кто она, что встала между нами. Он же такой наивный. Ему просто запудрили мозги, я знаю. Ну, успокойся. Не успокоюсь, пока не узнаю, кто она. Девчата, ужин готов. Пап, можно Инга сегодня у нас останется? Конечно. Спать не хочешь? Нет. Я слушаю, как ты думаешь. Мужики такие козлы все-таки. Не надо так обо всех. Ну да, твой все-таки. А что мой? Не звонит совсем, пропал куда-то. Я не знаю, что думать. Может, лучше так, чем как этот. Прям в лицо у меня другой женщине. А я ведь даже думала о ребенке. Я понимаю, как тебе тяжело. Настя, можно его потрогать? Интересно, какой он. Шевельнулся. Ой, поздоровался. Имя уже придумала? Говорят, что как увидишь ребенка, так поймешь, как его зовут. Я ведь его даже не увижу. Увидишь, увидишь. Как родишь, сразу на операцию. Это так все волнительно. Конечно, я бы вообще с ума сошла, наверное. Доброе утро. Подъем, к нам гости. Какие гости в такую рань? Это, наверное, Рома приехал. Привет. Семен, что вы здесь делаете? Еле утра дождался. Хотел тебя увидеть. Привет. Инга. Неожиданно. Инга, это не то, что ты подумала. Да, все гораздо хуже. Лучше бы я была слепая, чтобы не видеть, какие вы оба мерзкие. Инга! Инга, подожди! Извини, неловко вышло. Семен, вам лучше уйти. Да, конечно. Кофе готов. А куда это все?
Простите. Простите, пожалуйста. Пап, я больше никогда не буду играть. Настена, это... Убери, убери гитару в кладовку. И лучше сожги. Спокойный весь в меня. Дай мне ромашку. Какую ромашку? Сына моего, Рому. Тебя зовут Рома. Тебя зовут Рома. Сынок мой, ромашка. Папа, какие у него глаза? Красивые. Твои. Анатолий Степанович, он еще спит? Спит. Недолго, как думаете? Да чего тут думать? Спит, значит, так надо. Он выглядит здоровым. Еще каким, богатырь. Румянец на щеках. А может, это от температуры? Настя, перестань себя изводить. Все с ним хорошо. И с отцом все будет хорошо. Удивительно. Что? Лицо, улучшение картины. Опухоль уменьшилась. Вы уверены? Ну, это факт. Нет, такое, конечно, бывает, но редко. А она может исчезнуть совсем? Виктор Михайлович, на нашем свете все может. Вы мне лучше расскажите об изменениях в вашем режиме, в жизни. Что так могло повлиять на ситуацию? Ну как что? Я стал дедом, у меня теперь ответственности в два раза больше. Зять им хорошо ладите? Так нету его, не с кем ладить. Извините, я не знал. Думаю, это и к лучшему. Ну, здоров. Здорово. Здорово. Это я креп, я смотрю. Ну, это тебе не в море в карты играть. Ради УДО пришлось постараться. Ну что, погнали?
Кстати, насчет моря. Ты как теперь планируешь? Ну, в мореходство мне теперь дороги нет. Разве что лет через 5. Не знаю пока. Надо сначала с Настей встретиться. Настена, Толя! О, Витя! Папа, ну что? Дела пошли на поправку. О, это хорошая новость, Витя. Эх, дорогие мои, день-то какой, а? Настена, теперь дело за тобой. Сегодня же позвоним, что готовы к операции. Ой, скорее бы. Алло. Семен, я прошу вас больше мне не звонить. Никогда. Малыш проснулся. Иду, иду. От телефонов этих зло одно. Не смей сюда больше звонить. Ничего не понимаю. Может, не туда попал? Туда? Отец ее ответил. Аккумулятор вытащу. На меня не годится. Как она звонить будет? Да, правда, что это я. А что же делать? Занеси его в черный список, она не догадается, что ей звонили. Точно. Давай я позвоню. Может, мой голос не знает. Попрошу ее к телефону. Никто не берет. Ты подруге ее позвони, Инге. А еще по химии в новом семестре часы увеличили. И по фармацевтике будет новый препод. Симпатичный, как Дарвин. Алло. Привет. А это кто? Рома. Моряк. Я тебе деньги для Насти передавал, помнишь? Ну, можно и так сказать. Теперь рейс закончился. Длинноватый рейс вышел. А самое главное, бессмысленный. Ну, как тебе сказать? Настя нашла себе нового ухажера. Угу. Не то, что через тебя, через меня. Лучшую подругу переступила. Ты не шутишь? И насколько там все серьезно? Мой тебе совет. Забудь. И про Настю, и про сына. Она тебя знать не хочет. Сходи еще раз в рейс. Или давай с тобой по новой замутим. М? Алло. Алло. Ничего себе у тебя страсти. А это ты про кого? Так. Уже не про кого. Останови машину. Ну чего там? Рома, стой, ты куда? Рома! Рома! Погоди ты! Рома! Да погоди ты! Рома! Не бойтесь. Ну, как вы себя чувствуете? Все очень ярко. Это нормально. Пару дней адаптации все-таки потребуется. Мы еще понаблюдаем за вами. Я вижу.
Господи, я вижу. Спокойно, спокойно. Сейчас вам волнение совершенно ни к чему. Я хочу увидеть сына. Я вас провожу. Пойдемте. Настя, возьми трубку, прошу тебя. Настя, если ты слушаешь это сообщение, знай, что... Я тебя люблю. Тебя и нашего сына. Что бы ни случилось в твоей жизни, я всегда буду помнить о тебе. И всегда ждать твоего звонка. Что бы ты про меня ни думала, это не имеет значения. Звони. Буду рад услышать, что к тебе вернулось зрение. И что ты по-настоящему счастлива. С кем бы ты ни была. Машка, аккуратней. То сейчас меч сломается и в лоб тебе прилетит. Не отлетит, я же рыцарь. Мам, а когда наш папа проплывет? Он нам обязательно сообщит об этом заранее. У него же секретное задание. Поэтому у нас нет ни одной его фотографии. Да. День добрый. Приветствую. Игорь. Виктор Михайлович. Очень приятно. Слушайте, ну все, как мне рассказывали. Красота. А кто рассказывал? О вашем агентстве по недвижимости. Роза Геннадьевна такая вот. Понятно. По телефону вы не сказали, что интересуетесь недвижимостью. Речь шла о бизнес-предложении. Так так оно и есть. Современный туристический центр будет называться... У маяка, со своим мини-отелем, пляжем. Ну, еще можно кайт-центр обустроить, виндсерфинг там и все такое. А что у вас здесь? Подсобное помещение. А документация в порядке? В порядке. Но, Игорь, в чем суть вашего предложения? Так я же уже все обрисовал, Виктор Михайлович. Ну, в общих чертах. Маяк у вас в рабочем состоянии? В рабочем, но что конкретно вы хотите? Об этом позже, когда я у вас все внимательно посмотрю, ну и не здесь. Я думаю, в хорошем ресторане. Ну, и за мой счет, разумеется. Деда, деда, смотри, что нашел! Ого! Да это целое произведение искусства. Да после шторма можно мешками эти произведения собирать. Здрасте. Здрасте. Ваши? Мои. Прекрасно. Тогда приглашаю в ресторан всей семьей. В ресторан? Ура! Там есть мороженое. И мороженое, и пирожное, и свежевыжатый сок. И все другое очень вкусное. Ну что, идет? Добро. Вот уже много лет птицы летят на юг. Солнце для них свет. Свет для меня звук, я за тобою вслед,
но не окончен круг. Маяк для тебя свет, свет для меня звук. Сынок, как день прошел? Нормально, как всегда. Это хорошо. Это хорошо, что вообще работа есть. Я ужин приготовила. Поешь с отцом, а? Пойдем? Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас, мам. Пойдем. А вот и мы. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Прошу. Вау, мам, а почему у меня были никогда в таком ресторане? Потому что. Меню, пожалуйста, заказывайте все, что захотите. Может быть, воды? Да, спасибо. Жарко. Вам. Спасибо. Мам, а что такое стейк? Извините, я сейчас. Хорошо. Стейк – это кусок мяса, жареный. Крепче прижми. Угу. Ну что с тобой такое? Да все в порядке. В порядке, в порядке. Ты сегодня сам не свой. Депрессия? Вроде того. По морю скучаешь? Ну? Да. Забудь. С твоей историей теперь далеко не уплывешь, сам понимаешь. Да, понимаю. Это хорошо, что понимаешь. Поймите, сейчас ваш маяк и часть территории – это пассив, а его нужно преобразовать в актив. Мам, а что такое пассив?
Пассив – это когда у тебя есть нечто, и оно может приносить денежку. Но сейчас, по какой-то причине, не приносит. И что же вы предлагаете? Ну, как я уже говорил, на территории можно построить мини-отель, например. Подсобку переоборудовать для хранения инвентаря, для кайтинга. Реконструировать маяк. Придумать множество туристических программ. Понимаете, люди всегда будут хотеть любоваться необычными видами. А маяк, по-моему, это очень романтично. Не так ли? Но потом люди будут фотографировать это место, выкладывать в социальные сети, а маяк очень хорошо работает на запоминание. Как образ, я имею в виду. Знаете, Игорь, это все звучит очень убедительно. Так. Если бы нам предложили это лет 5 назад, согласился бы, не раздумывая. Хорошо. Что сейчас произошло? Вы получили наследство, стали богаты. Увы. Просто мы уже решили главные для нашей семьи проблемы. Не без помощи друзей, конечно. Угу. То есть, я так понимаю, вы мне сейчас отказываете, даже не выслушав условия? Нам с дочерью нужно еще все детально обсудить. Я имею в виду саму возможность думать о такой сделке. Понимаете, этот маяк для нас не просто место жительства, а ваш проект серьезно изменит все. Понимаю. Я знаю, что вы прожили там всю жизнь. Да. Нам нужно время, но хочу предупредить, скорее всего, это будет отрицательный ответ. И нам уже нужно возвращаться. Анастасия, а вы так же думаете? Я согласна с папой, нам нужно подумать. А я бы переехал в город. Там друзей больше. Вот, вот. Устами младенца. Так что, я надеюсь, не прощаемся? Молодой человек? Да. А будьте добры, счет. Одну минуту. Спасибо. Счастливо, Ромка. До свидания, приятно познакомиться. Спасибо, Игорь, еще раз. Спасибо. Приглашение за ужин. Надеюсь, до встречи. Хорошего дня. Спасибо. С тех пор каждый вечер принцесса поднималась на самую высокую башню и смотрела на море, не появился ли на горизонте парус корабля ее возлюбленного. Мам, а ты так делаешь? Как? Ждешь папу на самой высокой башне. Ну, иногда. А почему иногда? Ну, потому что сейчас есть телефоны, и прежде чем появится корабль, можно позвонить, предупредить. А почему тогда папа не звонит? Наверное, время еще не пришло. Ты сама можешь позвонить папе? Я много раз звонила. Телефон выключен. Но секретное задание на то и есть секретное. Может,
Может, сейчас повезет. Ну вот и все. Ну вот, я же говорила. А может быть, он вообще уже номер поменял. Не замерз? Спасибо, доча. Может, и неправильно все это. Что именно? Я про этого московского. Надо что-то менять в нашей жизни. В твоей так уж точно. Пап, ну у меня и так столько перемен. Ну что ты молодая, красивая, свободная. Торчишь тут на маяке. Может, хватит уже сидеть на берегу и ждать неизвестно чего? Папа! Ты на меня посмотри. Маяк не дает мне забыть о твоей маме. Не дает жить дальше, как ни в чем не бывало. А так, глядишь, женился бы снова. Полная семья. Может, и болезнь-то чертова из-за всех этих переживаний. Папа, как можно забыть маму? Мы же так любили друг друга. Что ты такое говоришь? Я про тебя думаю. Нечего тебе тут дальше высиживать. Свою семью создавать нужно. Взять хотя бы этого москвича. Чем не жених? Ты видела, как он на тебя смотрит? Папа, он не на меня смотрит, а на возможного партнера по бизнесу. Вот, партнера. Представь, его бизнес-проект заработает. Будет у тебя и семья, и любимое дело, и деньги. Что за фантазии? У меня Рома есть. Да какой Рома, доча? Нет его больше и не будет. Неужели ты думаешь, плавание может длиться столько лет? Он просто бросил тебя. Растворился. Зачем ему слепая девушка с ребенком? А я чувствую, что он появится. Кого еще принесло? Добрый вечер. Я не поздно? Вот что я подумал. Вы забудьте о моем предложении. Правда, я вот вижу, что я вас напугал. Никакой спешки нет, абсолютно. Думайте столько, сколько вам нужно. И нет, так нет, ничего страшного. Хорошо? Договорились. Вот. Вкусно? Посоветовали просто. Ничего. Но Настена у меня печет вкуснее. Такой хозяйкой стала впору мастер-классы открывать. Угу. Папа. А что, я неправду говорю? Ну, мастер-классы, кстати, сейчас хорошая идея. Это новый тренд. Она у меня еще и на гитаре здорово играет. Поет красиво. Пап, может, хватит обо мне в третьем лице говорить? И поет так, что аж мурашки по коже. Между прочим, выиграла местный конкурс. Да вы что? А где вы учились? В интернате. У меня был очень хороший педагог по музыке. В интернате? Настя у нас из-за несчастного случая потеряла в детстве зрение. Поэтому обучалась в интернате для детей с ограниченными возможностями. Угу. Понимаю. А зрение потом что, само вернулось?
нашли деньги и сделали операцию. Удивительно просто. У вас глаза такие красивые. Даже в голове не укладывается. Вот бы заставить снова ее играть и петь. А то после того, как жених ее сгинул неведомо где. Пап, ну может, хватит вот так все выкладывать обо мне при малознакомом человеке? Вы знаете, у меня есть очень хорошая идея, как убить всех зайцев сразу. Анастасия, я вас приглашаю на концерт одного гитариста. Я совершенно в этом не разбираюсь. Ну и надеюсь, вы мне объясните, как музыкант. Ну и там, возможно, я стану вам более знакомым человеком. Идет? Настена, дельное предложение. Ну, не знаю. А когда? Да сегодня. Ну, буквально через час. Столик у меня уже заказан. Едем. Ну что, ты мне отказала? Да, сказала. Забудь дорогу в мой дом. Правильно, так с ними надо. Ты чего? Чуть не забыла, я хотела пойти на этот концерт. А с каких это пор ты увлекаешься гитарной музыкой? Да еще и классической. А, было дело. Хочешь, пойду с тобой? Нет, я одна, это личное. Что тебя мучает? А, ну тогда до завтра. Давай. Пока. Давай, пока. Конечно, сильная. Но, как по мне, он несколько механично играет. В смысле? Ну, техника — это только инструмент, в который нужно душу вкладывать. Тогда это и есть музыка. Вот поэтому мне и скучно, как обывателю. Ну, молодец. Нет, молодец, конечно. Я так не умею. Здравствуйте. Что будете заказывать? Спасибо, ничего. У нас в заведении принято делать заказ, если вы сели за столик. Тогда воды. И с газом. Это все? Да, все. А хотите, я вам что-нибудь закажу, а? Бокал красный будет очень кстати. Хотя нет, лучше коньяк. Присоединяйся. И спасибо, я ужинала. Слушайте, оказывается, вот правда, сколько вы интересного знаете про эти места. Для меня это был просто морской курорт и все. А сейчас я думаю, я должен прочитать историю этого края. Было бы неплохо. Да непростительно просто. Еще у нас вкусное мороженое. А вот это я заметил. Еще у вас девушки очень красивые. Ну, если вы одиноки, то вам здесь непременно можно будет найти вторую половину. А, вот так, да? Вот так. Влюбитесь и женитесь. И забудете про свою перенаселенную Москву. Ну, может быть, вы и правы. Так. Если найдется та самая. А это что еще за фраер? Мороженое будем? Ламбер или шоколадный? А, и давай выбирать тогда. Пошли туда. Пойдем? Слушай, я фруктовый люблю. Ром, тебе не нравится? М? Ты молчаливый какой, а? Как будто проглотил что, лягушку? Не?
рецидив. Увы, да. И что же мне делать? Ну, еще совсем недавно эта опухоль считалась неоперабельной. Да и сегодня, если честно сказать, это очень рискованное предприятие. Каковы шансы? 50/50. И это в лучшем случае. Ясно. Я подумаю. Очень вкусно. Я сидел. Да я говорил. Здорово. Ну, Виктор Михайлович, я ваш должник. Теперь, а должником я быть не привык. Каким это еще должником? За вкусный ужин. Да бросьте вы, Игорь. Не-не-не, давайте баш на баш. Я вам хозблок. Отделку сделаю. Это дорого. Я своими руками. А что, разве у москвичей руки не из одного места растут? Заодно и проверите. По рукам? Халтуры не потерплю. А я тоже. По рукам. О, надо же, какие гости. Настя, это Инга. Привет. Я это к тебе, с трубкой. С какой трубкой? Трубкой мира, как у индейцев. Теперь ты. Мир. Мир. Настена, вы тут надолго? Давайте за стол. Ну, все, все, Инга, без разговоров. Вперед. Давайте, давайте. Слушайте, как романтично. Не то слово. Мы здесь с Настей столько времени провели. Правда? Угу. Мама! Ромашка, ты куда вышел? А ну-ка, иди спать. Ты мне обещала почитать перед сном. Я сейчас приду. Хорошо. А вы прям с детства дружите, да? Да. С детского сада еще. Мама с папой тут раньше жили недалеко. Угу. В поселке, в селе. А потом переехали в город. Нужно было в школу идти. Слушай, очень похоже на мою историю. Мы жили в дальнем Подмосковье, и мои родители перевезли меня в ближнее, чтобы было больше возможностей для обучения. И как? Помогло? Трудно сказать. Нет, они, конечно, в меня многое вложили, но я думаю, я сам всего добился. У вас все серьезно? В Москве? С Настей. Все-таки моя подруга. А что? Ну, с ней не так все просто. Не понимаю. Ну, чужой ребенок. Отец. А что отец? У него в голове опухоль неоперабельная. И несчастье может случиться в любой момент. Ой, прости. Алло. Да, привет. Что? Ну, давай завтра. 5:00. Где? Да, хорошо. Надо же. Что? Звонок из прошлого. Бывший? Не совсем. С местными я завязала. Собираешься отсюда переехать? Не знаю. Может быть. Не могу найти родственную душу. Ты прямо как по расписанию.
Что надо? Дело есть. Важное. Пошли. Ты ведь Ромку помнишь? Ну? Он не может никак с Настей связаться, поэтому просил вот передать. Деньги? Нет, письмо. Мэл ее не знает, поэтому так, по старинке. Ну, а я при чем? Ну, передай Насте, вдруг что-то срочное. Детский сад. Ты другу передай, пусть на ответ не надеется. Не гарантирую. Базара нет. Он здесь? Вернулся? Пока нет. Был проездом. Ясно. Я позвоню. Пока. Чао. Дай мопед погонять. Обойдешься. Это тебе не в море ходить. Еще задаешь кого-нибудь. Здорово. Ты как, по делу или так, в гости? А кто сказал, что одно с другим не сочетается? Понятно. Ладно, заходи. Бальзам на душу. Пап, не смущай. Я правда рад. Поддалась на уговоры нашего дорогого гостя. Нашего дорогого гостя? Как быстро ты поменял мнение о нем? Ну, во-первых, не быстро. А во-вторых, парень слово свое держит. А это по нынешним временам редкость. Старается. Так что, он подействовал. Ты про что? Про занятия музыкой. Ну и он. Да я и сама чувствую, что соскучилась по гитаре. Ну и ладушки. Вот уже много лет птицы летят. Солнце для них свет, свет для меня звук. Я за тобою вслед, но не окончен круг. Маяк для тебя свет, свет для меня звук. Хорошо. Что ты предлагаешь? Приехать к ней. Вот он я. Встречай. Ой, а кто это? Мой сын? А это кто? Новый папа? Разрушить ее счастье дважды? Почему дважды? Да потому что. Пропал, когда нужен был рядом. Объявился, когда она уже себе новое гнездо свела. И за все это время не звонил, не писал. Вот, кстати, по поводу не писал. Виталика, твоего имени как раз написал послание, мол, скоро буду, люблю, скучаю, скоро поспеет. Да вы чего, а меня спросить? Зачем вы это сделали? А ты не горячись. Мы как подумали, в смысле, Виталик. Он у нас по этой части. Ага. Она ведь там гуляет с каким-то... Потому что от тебя нет вестей. Надежды нет. А это письмо... Ясно. Он хоть без ошибок написал? Не знаю. Надеюсь. Так ты приедешь? Нет.
Маша. Тетя Инга, привет. Пока есть минута. Это что? Повод для размышлений. Ты знаешь, я переживаю за подругу, не хочу, чтобы у меня в жизни была черная полоса. А это... Это письмо отца ребенка. А мне это зачем? Это же для Насти. Это почитай и подумай, тебе стоит в этот омут бросаться или нет. Она все равно его ждет, а ты ей все карты путаешь. Да и себе ломаешь перспективы. А с чего вдруг обо мне такая забота? А с того? Ты, конечно, бизнесмен, но в любви, как слепой котенок. Ну, я надеюсь, Настя сама в состоянии решить, кто ей больше нужен. Надежный, обеспеченный парень или ветреный моряк, который пропал куда-то на 5 лет и, по-моему, не собирается возвращаться. Собирается. Ты внимательнее почитай. А кто там такой смелый? А? Голова не закружилась? Эй! Нет, я еще не закружилась! Могу. Я знаю, что ты можешь, но только потом. А сейчас, может, пойдем перекусим? А пойдемте перекусим, я угощаю. Не, без вопросов. На шею идешь? Давай! Опа, молодец! Аккуратнее. Подмога прибыла. Отлично. Виктор Михайлович, может, перерыв? По экзоту вроде положено. Да разговор имеется важный. Так засохнет раствор-то? Ну, вообще, да. Так, слушай, давай. Чего? Вместе сейчас быстро побросаем, а потом уже разговор важный. Иди вы уговариваете, Виктор Михайлович. Слушай, давай без имени отчества и без «вы». По-простому. Лады? Лады. Присаживайся. Спасибо. Ну, для аппетита. Нет, я пас. Мне еще в город сегодня за рулем ехать. Аппетит так отменный. Ну, как знаешь. Ага. А я выпью. Хорошо. Твое здоровье. Спасибо, взаимно. Ты про что поговорить-то хотел? Про Настю. Вижу, нравится она тебе. Я прав? Ну, отрицать не буду. Женись. Чего? Женись, говорю. А вы события не торопите? В смысле, ты просто дело такое? Когда дочь в хороших руках, отцу и помирать спокойно можно. Я вообще, ты именно про это и хотел поговорить. Не понял. Ну, так вышло, что я знаю про твою болезнь. Настя проболталась. Да дело не в этом. Главное, дочери и внуку ты нужен живой и здоровый. За здоровье. А у меня в медицинских кругах в Москве есть связи. Поэтому, если операция может помочь, ее нужно делать. Эта операция, во-первых, дорогая. А во-вторых, эта штука у меня в голове. И исход тут 50 на 50. Это у ваших местных светил 50 на 50. Я тебе говорю про тех, у кого процент успеха приближается к 100. Что не отменяет оплаты всего этого дела, верно? Это я беру на себя. С каких таких? Ну, это же ты сам сказал про Настю. Не чужой ты мне теперь человек, Витя. А я думал, ты мне сделку предложишь. Мне операцию, тебе маяк. Все видишь во мне циничного бизнесмена из Москвы? Да лишь его знает.
Хотел проверить твою деловую хватку. Бизнесмен из тебя никудышный. О, все, я обиделся. Да шучу я. Все, все, все. Шучу. Если у вас с Настюхой все сложится... В Москву звоню. Дай обдумать все маленько. Пап, ты уверен? Конечно, дочка. Игорь говорит, лучшие врачи. Это точно безопасно. Как аппендицит. Ты не волнуйся, я буду звонить. А Ромашке скажи, что к другу московскому в гости поехал. Скоро вернусь. Я извиняюсь, но на самолет нам никак нельзя опоздать. В Москве все строго по расписанию, и еле удалось в срочном порядке окно найти. Ну, все. До встречи. Спит. Три страницы ему прочитал, уснул. Замерзла? Эй, ты чего? Да я просто переживаю. Два дня прошло, а результата нет. Ну, результаты обследования, я вот думаю, завтра будут готовы. Не переживай, все по плану идет. Игорь, не надо. Хорошо. Спасибо. Все-таки решил бороться за свою любовь. Я думал, смогу забыть ее. Не получается. А что у нее с москвичом этим? Действительно все серьезно? Не думаю. Она же тебя ждет. Тем более после письма. Это все Виталик. Его инициатива, он и написал. Ничего себе. Угу. Написано хорошо. А твои друзья знают, что ты здесь? Нет, пока. Очень хочется сына увидеть. И Настю. Она же даже не знает, как я выгляжу. Не знает. Давай я подумаю, как можно ее подготовить. А там посмотрим, что к чему. Спасибо. Вот, лишнюю краску убираем и давай. О, так аккуратно. Все, проходим. Понял? Угу. Ну все ж, просто давай сам. Давай. Не тяжело? Mm-mm. Ну, молодец. О,
А что это у вас тут происходит? Мама, я крашу дом. Кстати, настоящий помощник. Ну как? Скажем дедушке, когда вернется, то, что это я красил. Конечно, скажем. Молодец. Алло. Да. Да, понял. Угу. Слушай, а вышли мне на почту? Я найду здесь, где распечатать, обратно заказанным пришли. Ага. Понял, все, пока. Пока. Настя, отойдем? Настя, к операции все готово. Нужно сейчас кое-что подписать. А что? Ну, ничего такого, так юридические формальности. Согласие родственников на операцию. Ты же говорил, что все безопасно. Ну, так оно и есть. Просто таков порядок действий. Ты же не против, чтобы твой отец был здоров? Ну, нет, конечно. Ну, вот. Давай не будем терять время. Сейчас. Пойдем. Алло. Да, Инга, что-то серьезное? Что? Я сейчас приеду. Что-то случилось? Мне срочно нужно в город. Ну, надо так надо, хорошо. Все в порядке, может, подвезти? Да, да, все хорошо, я на такси. Хорошо, ну подписать все равно сейчас нужно, да? Конечно. Все, пойдем. Вот. Все. Все? Посадишь за Ромку, я побежала. Да, конечно, давай. Сумочка! Не забывай. Привет. Привет. Что ты мне хотела рассказать по поводу Ромы? Инга, почему ты мне сразу это все не рассказала? Он не хотел. Сказал, что деньги не возьмешь. А где он их взял? Я не знаю. Он сказал, сама придумай что-нибудь. Где он был все это время? Настя. Он же вернулся. Вернулся. Когда я все глаза проплакала, когда я сыну врала о том, что где он. 5 лет врала. Инга. Передай ему, что я завтра в 10 утра буду ждать его на набережной у памятника. Хорошо. Давление падает. О том, что где он. 5 лет врала. Инга, передай ему, что я завтра в 10 утра буду ждать его на набережной у памятника. Пульс 30. Падает. Готовим к реанимации. Мама, а маяки ломаются? Конечно. Но очень редко. У нас очень надежная аппаратура. А вдруг наш сломается? А папа как раз к нам плывет. Что тогда? Он сядет на мель? Сынок, не говори ерунды. Наш папа, он... Мама, что это? Я не знаю. Роза Геннадьевна, это вопрос защиты инвестиций.
И если что, ваша доля останется тоже, только на бумаге. Я не знаю, нужно что-то придумать. Изолировать на какое-то время. Я понимаю, что это тоже не бесплатно. Вот вы где. Все, бригада уже выехала, сейчас будут разбираться. Что случилось? Не знаю, может, молния в подстанцию ударила. Настя, я хотел с тобой поговорить. Можем в дом спуститься. А, хорошо. Только я Ромашку спать уложу. Да, не, а не хочу спать и не буду спать. А что ты не будешь? Ты мам нужно слушаться, правильно? Ромка, ты чего? Давай. Аккуратно. Не споткни сейчас порог. Глаза не открывай. Так, 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 так. Вот, вот. Стоп. Глаза не открывай. Все, сейчас. Стой. Секунду. Открывай. Вот так сюрприз. Да, нравится? За тебя. Это еще не все. Я сейчас. Выходи за меня замуж, Настя. Подожди. Это будет сюрприз. Ну, долго еще ждать? Уже вот-вот. Телефон не поставила на зарядку. Сейчас, подожди меня здесь. Простите, а можно у вас телефон зарядить? Да, конечно. Спасибо большое. Не этот. Он. Точно он, гнида болотная. Пойдем проверим. Зарядила? Не все так просто. Еще пару минут. Ну, где же ты? Ваши документы. Капитан Воронцов, полицейское управление Приморского района. Извините, а вы Рома? Да нет, меня Иван зовут. А, извините. А мы знакомы? Извините, я обозналась. Ладно, Ромашка, пойдем. Подождите.
Послушайте, это какая-то ошибка. Ничего, ничего. В отделении разберутся. У вас тут много сообщений пикало. Видимо, звонили, когда телефон был разряжен. Алло, Рома. Простите, вы мне звонили, я подумала. Настя. Анастасия Солнцева, да. Да, это мой отец. Что? Я очень благодарна тебе за помощь, но я не хочу сейчас никаких сожалений. Я понял, извини. Просто, Настя, я хотел сказать, если я чем-то еще могу помочь, ты мне только скажи. Хорошо? Алло. Придумала, как придержать твоего парня. Какие прогнозы? Ну, надеюсь, радужные. Разыграем спектакль. Только все надо делать быстро. Ты готов? Тогда нужна будет сразу вся сумма. Адрес и контакты я скину. Хорошо, жду. Вы можете идти, мы здесь сами. Так, Роман Гурков. Давайте знакомиться. Следователь Горбенков. Николай Витальевич. Можно просто Николай. Очень приятно. Вы, Роман Евгеньевич, меня в штыки не принимайте. Я лицо здесь новое. Второй день как. Никаких предубеждений у меня к вам нет. Пытаюсь разобраться, что тут и как. Надеюсь на вашу порядочность. Взаимно. В отношении вас поступило заявление об избиении Короткова Сидора Васильевича. Кого? С учетом того, что у вас имеется судимость по 158 статье, мы обязаны пристальнее разобраться в этом инциденте. Да не было никакого инцидента, это ошибка какая-то. Так вот и я хочу разобраться, с учетом того, если вы мне расскажете, что как было. Без домыслов и искажения фактов. Договорились, Роман Евгеньевич? Договорились. Можно просто Роман. За что тебе так, Васильич? Дороже моя, видать, ему не понравилась. Еще кошелек спер. А чего про кошелек-то сразу не сказал? Так из головы вылетело. Вон какая. Хорошо, отработал. От этих приезжих все зло. Но ты всех одним миром не машь. Много денег в кошельке было? 1020. Сколько? А откуда у тебя 20 тысяч? Так, одолжил у тестя своего. Гражданин Коротков, у меня еще к вам несколько вопросов. Ничего не понимаю. Его нигде нет. Как и не было. Я думаю, все образуется.
переволновался или, может, с ним что случилось. Да не могу я так больше. Надеяться, ждать неизвестно чего. Не нужны мы ему больше, вот и все. Сын живет в сказках об отце, который вот-вот вернется с плавания. Уже сколько лет в этом вранье. Теперь еще и папы нет. Настя. Что ты думаешь об Игоре? Об Игоре? Я просто думаю, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. В смысле? Ну а как я теперь совсем с этим одна? Что мне делать? Думаешь, он? Он мне предложение сделал. В итоге получается, что риск инвестиций в территорию с маяком минимальный. Современный туристический комплекс с мини-гостиницей, бассейном прямо над морем, дайв-клуб, кайт-центр. Хорошо, а как вы оцениваете риск инвестиций? Как минимальный. Там конкуренции никакой. Вот мой партнер, Росгеннадий, может предоставить материалы исследований по финансовому вложению в крае. В сфере коммерческой недвижимости там тишина. Ближайшие пару лет нам никто на пятки наступать не будет. А как известно, кто первый встал, того и тапки. Извините. Ничего. Под какой процент вы рассчитываете получить средства? Пожалуйста, здесь все подробно расписано. А что с правами на участок? Это дело ближайших дней. Сидор, ты не паникуй. Да погоди, да кто ухватился? Да Горбенков, следак молодой. Слишком дотошно оказался. Да он мне 306-ю шьет, задачу ложный. А ты знаешь, это не мой вариант. Мне без этого уже. Сидор, Сидор, ты не нервничай. И меня в это не втягивай, я тут вообще не при делах. Просьбу передала и все. Деньги взял, взял. Решай вопрос сам. Да ты же что, с дуба рухнула? Я не собираюсь из-за твоих. Алло, алло. Баба. Жора. Это Хмурый. Стрял я, братуха. Горит подо мной. Помнится, должок за тобой. Помочь надо. С одним кентом разобраться. Спасибо. На какое число планируете саму регистрацию? Ну, нам как можно скорее. Но, с другой стороны, нужно и подготовиться, да? Так на какое число? На ближайшее. На пятницу или субботу? На 27-е есть, на половину второго. Успеете? Конечно. Целых полторы недели. Смотрите, времени мало, чтобы... Чтобы что? Чтобы еще раз все взвесить. Многие берут срок в месяц. Вдруг кто-то из молодых передумает. Мы не передумаем. Thank you.
Не двигаться, полиция! Руки за голову! Это вы? Ну, я. Я буду вынужден стрелять на поражение. Все, руки все. За голову! Заборол меня следак. Руки за голову! Да не могу я! Ты мне ключицу раздроби. Ну, чего застыл? Давай скорую вызывай, а то подохну я здесь. Не двигаться. Маяк больше не зажигаешь? Нет. Не вижу смысла. Это было для папы важно. А для тебя? И для меня. Какое-то время. Ну, может, ты правильно знаешь. Экономили количество. Знаешь что? А, держи. Давай за тебя. За меня. Вот, другое дело. Игорь. Что? Дай мне, пожалуйста, время привыкнуть к мысли о том, что... Что мы вместе теперь? Хорошо, никаких проблем. О! Опа! Ну, это к счастью. Ну да, к счастью. Да, точно. Алло. Что? Выпускают твоего парня. Не имей в виду. Ну, не получилось. Что поделаешь? А мне, Игорек, временно придется уехать. Береженого Бог бережет. Наш проект пока будет курировать мой зам Баранкин. Это формально. Решение буду принимать я. Телефон контакта скину. Это теперь твоя проблема. Я что могла, сделала на свою голову. Не похоже на тебя. Что именно? Ну, чтобы вот так резко. Раз и замуж. А что мне еще остается делать? Настя, ты только не злись, пожалуйста. Знаешь? Ну, говори, раз начала. Я сделала одну страшную вещь, и мне теперь стыдно за это. Ты связана с Ромой? Да, он тебе письмо передал. И ты мне его не передала? Передала, но через Игоря. Через Игоря? Зачем? Это было до его приезда сюда, до приезда Ромы. Я тогда сама еще на Игоря запала, понимаешь, и... Что и? Я думала, что у тебя Рома, а он прочтет... Поймешь, что у тебя другой, и отступится. Что было в письме? Это не важно. Это письмо писал Виталик. Помнишь, такой смешной, такой болтун. Тогда зачем ты мне это все рассказываешь? Мне кажется, что у Игоря другие планы. Либо мне ты нужна, а маяк. Вот так, да? И таким образом ты решила прибрать себе Игоря. Вбить клин между нами. Ась, ты чего? Я тебя чистого сердца. Да иди ты со своим чистым сердцем. А знаешь, что я думаю про Рому? Что он просто трус. Ему нравилось играть роль спасителя. А когда я стала самостоятельной, да еще плюс с ребенком, тут уже все поменялось. Тут уже мужская ответственность нужна. Вот и все. Настя. Все. Замолчи, я больше не хочу тебя слушать. Помогла мне с бельем, спасибо. Я тебе сейчас вызову такси. День добрый, Роман Евгеньевич. У меня для вас хорошие новости. Сейчас оформим все необходимые бумаги и можете быть свободны. Какие бумаги? Распишитесь о получении личных вещей. Проверяйте, все ли в целости, сохранности. Если хотите, можем сразу оформить претензию о незаконном задержании. И от лица правоохранительных органов приношу вам извинения за противоправные действия полиции.
Добрый день. Добрый. Мы знакомы? Пока нет. Роман. Да. Игорь. Очень приятно. Роман, есть к тебе деловое предложение? Я сейчас не рассматриваю никаких предложений. Очень жаль. Речь ведь о судьбе Насти. Теперь есть минутка? Алло. Привет, Виталь. Дело к тебе есть. Какое-какое? Важное. Ты раз где? Вот, так что ты получаешь неплохую сумму отступных и больше нас не беспокоишь. Деньги, кстати, прямо сейчас могу передать. Возишь с собой наличку? Ты, знаешь, приготовил для одного дела, но уже не понадобилось. Угу. Или ты что, по своей привычке подумал на халяву все получить? Ну, спешу тебя огорчить, со мной это не пройдет. Откуда ты знаешь про историю с деньгами? От Насти. Ты что, думала, она не в курсе? В курсе. Нет, она, конечно, тебе благодарна за все, но любит она меня и жить хочет со мной. А ты можешь получить неплохую сумму компенсаций за доставленные неудобства и все. Разойдемся, как море кораблей. Что? Хочу все это от нее услышать. А зачем? Она же даже не знает, как ты выглядишь. И тем не менее, я заслуживаю встречи. Хотя бы одной. Хорошо. Деньги потом не предложу. Мне все равно. Ладно. Пойдем на набережную, лодочку возьму, с ветерком дамчим. Да? Пойдем. Ну и жарище. Привет. Привет. Что за дело? А я хочу одного хлыща на чистую воду вывести. Ну, а я тут при чем? Это с Ромой связано. Кстати, он был здесь проездом. Ты в курсе? Нет. Странно, что он мне не сообщил. И где он? Понятия не имею. Это вторая проблема. Давай с первой разберемся. Ты заглох что-то? Ты разбираешься, моряк же вроде.
Привет. Привет. А ты сегодня не на машине? Нет. Территорию просто тут показывал клиентам. Решил прогуляться пару километров буквально. Ну, пойдем. Я тебе ужин приготовила. Ой, спасибо большое. Есть как раз. А что это у тебя здесь? Где? Ты смотри, какая зараза. Солнечный какой. Вот обляпался, как свинья. Поел? Снимай, застираю. Спасибо. Хорошо. Что это у тебя? Сам сделал. Ух ты! Мама, а дядя Игорь у нас остался ночевать? Да. Не выгоним же мы его в глухую ночь. А если папа вернется? Не вернется. Не говори глупости. Почему ты больше для папы не зажигаешь маяк? Потому что. Все. Мне пора. Кто тебе разрешил? Не ругайся, мама. Дедушка бы так же поступил. И потом, мне без маяка спать страшно, непривычно. Темно слишком. Ну, если страшно, ладно. Пойдем спать. Я не знаю. Надо вызывать полицию. Мама! Он шевелится! Он живой! Жди меня здесь. Сейчас. Сейчас потерпи, миленький. Ромашка, беги скорее за водой. Скорее! Вы встать можете? Ну, вызови мы скорую, и что? Ну как что, Игорь? У него же травма. А может, ему нужна срочная медицинская помощь? Настя. Где скорая, там и полиция. Неужели ты не понимаешь? Я не понимаю. Может быть, его вообще родственники ищут? Хорошо. А если парень скрывается и не хочет, чтобы его нашли? Или не хочет, чтобы против него возбуждали уголовное дело? А ты бац, и все сливаешь? Дай ему самостоятельно принять решение. Как он примет решение, если он без сознания? Хорошо. Хорошо, давай вызовем ему скорую.
Они окажут ему всю необходимую помощь без госпитализации. Мы скажем, что это наш родственник, дальний, ближний, не суть важно, мы сами его выходим. Да? Настюш, ну нам не нужно, чтобы нас перед свадьбой затаскали под опросом, правда? Дел по горло. Если ему нужен будет какой-то медицинский уход, я сам обязуюсь сюда возить врача. К нам. Мужская солидарность. Такое дело. Договорились? Рана не очень глубокая. Я тщательно все промыл. Затянется, ничего страшного. Но поскольку ваш родственник ничего не помнит, это может быть кратковременная амнезия от шока. Я бы рекомендовал вам сделать обследование. Может быть, что-то и посерьезнее. Все-таки у него множественные гематомы. Да, конечно, мы сделаем обследование. Извините, ну сейчас человеку нужно прийти в себя, отлежаться, сами понимаете, такое состояние. Вот. Если проблемы с памятью будут, то мы, конечно, дадим вам знать. Ну, как знаете. Угу. Только дело в том, что он может заболеть воспалением легких. Он, судя по всему, очень сильно переохладился. Ага. Поэтому я прошу вас помнить о лекарствах, которые я вам прописал. Да, конечно, я прямо сейчас за ними поеду. Спасибо, всего хорошего. Всего доброго. Как вы? Как я здесь оказался? Не помните ничего, да? Нет, не помню. Как вас зовут, тоже не помните? Я не могу сказать. Это так странно. Вы полежите пару дней, отдохните, и потом в больницу вас пристроим, и обследование вам сделают, все будет хорошо. Спасибо. Вот вещи, переоденьтесь потом. Спасибо. Вы совсем ничего не помните? Нет, почему? Я помню. Я помню море. Море и маяк. Я с лекарствами. Я на вас очень надеюсь, ребят. Да мы в мореходке главные люди в КВН были, правда ведь? Ну, так. А там не надо шутить. Максимум серьезность, деловые люди. Пусть Виталик говорит, а ты, Кость, молчи. Многозначительно молчи. Хорошо? Все будет круто, не переживай. А что это вы встали? Врач же сказал, что вам необходим постельный режим. Идите скорее в дом. Сейчас обедать будем. Я пока не хочу. Ромашка, пошли в дом, скоро обед. Сейчас. Ты не видела мой волшебный браслет? Какой браслет? Я вчера показывал. Он куда-то пропал. Через 5 минут я тебя жду. Пойдемте скорее в дом. Соберись. Добрый день.
Секретарь сказала мне, что вы интересуетесь экзотической недвижимостью. Все верно? Точняк. Бизнес хотим тут замутить. Прекрасно. У нас самая большая база по городу, так что вы обратились по адресу. И что же из местной экзотики вас интересует? Ну, что-нибудь такое прибрежное, типа маяк или что-то в этом роде. К сожалению, с маяками у нас проблемы. Все они в ведомстве Министерства обороны. Но есть... А мы немного изучили этот вопрос. Что скажете насчет этого? Этот объект мы знаем, но, к сожалению, по нему идут переговоры. Черт! Я так и знал, что нас опередили. А что, если мой партнер предложит большую сумму? Или, может быть, мы знаем нашего конкурента и сами сможем с ним договориться? Одну минуту, я уточню. Сидишь, как морской конек. Выпрями спину. Роза Геннадьевна, я понимаю, что нельзя, но тут пришли еще одни клиенты с видами на маяк. Понимаю. Говорят, что могут перебить сумму. Семен Иванович, к вам клиент. Ясно. Спасибо. Хорошо. Что-то случилось? Да. Ситуация диктует нам чуть ускориться. Пейте. Вам нужно много пить. Ничего. Держите. Простите. Ничего. А как вы зовете своего мальчика? Ромашка. Ну, вообще, его зовут Рома. Рома. Что-то такое очень знакомое. Вы думаете, вас зовут так же? Наверное. Или как-то очень похоже. Руслан. Какие там еще имена есть? Рустам. Хотя нет, какого Рустам? Наверное, все-таки Руслан. Может быть. Спасибо. Гитара. Хотите, я вам сыграю после обеда? Хочу. Ладно, спите. Черт, где же он там пропал?
Все тут. А я пойду найду туалет. Боюсь, даже при наличии этой доверенности мы не сможем оформить сделку без подписи правопреемницы. Сделаем с нарушением? Как так? А если правопреемница сдаст назад, все аннулируется. Что же будет после свадьбы? Это моя забота. Вы платите. Вам решать? Конечно, мне. Только хочу сказать. Появились еще одни клиенты с видами на маяк. Что? Значит так. Через 2 дня после свадьбы я буду полноценным совладельцем, а через месяц там уже будет строительство центра. Так что пошли они, знаешь куда. Поезд ушел. Мама, а можно мне твой компьютер? Зачем? Я нашел таинственное послание. Это же в компьютер надо вставлять. Я видел, дядя Игорь так делал, только у него красная была. Фантазер. Это же обычная старая карта памяти. Тогда откуда она у нас взялась? Я не знаю, где ты ее нашел. На берегу? В нашем старом мусорном баке. Ну вот, видишь, нет никакого таинственного послания. А нельзя ее починить? Вряд ли. Мама, давай попробуем. Давай. Вот, мама! Пишет, что понадобится много времени. Я подожду здесь. Ладно. Черт не берет. Можешь быстрее ехать. Без сопливых гололед. Звук.
Слышу, встает рассвет, слышу тепло рук. Ты для меня свет, самый любимый звук. Когда тебя рядом нет, все угасает вдруг. Какой он на звук свет, какой он на свет. Мама, смотри. Я вспомнил. Настя. Рома. Опа! Не помешал? Игорь, это ты вытащил карту памяти из фотоаппарата? Ой, Настя, ты ж пойми, это все для тебя делается, для твоего сына. Вот на него посмотри, он же уголовник и нищеброд. Ты думаешь, он сможет все это содержать? Нет. Ты все потеряешь подчистую. А парень твой? Ты думаешь, у него будет будущее? Нет. Как же ты можешь быть такой слепой, Настя, а? Свадьбы не будет. Что? Ты меня прекрасно слышал. Круто, все в сборе. Настя. В общем, ты сейчас не в себе, я вижу. Давай, ты успокоишься, мы с тобой нормально поговорим. Но позволь мне помочь тебе распорядиться всем этим правильно. А для этого я должен... Он должен на тебе жениться. И тогда он станет полноценным владельцем этой лакомой недвижимости. Закрой свой рот! У него есть твоя доверенность. Я ничего не понимаю. Какая доверенность? Настя. Я ничего не подписывала, Игорь! Воспользовался болезнью моего отца, чтобы обмануть меня? Игорь, ответь мне! Настя, кому ты веришь? Ты вообще в курсе, что твоя подруга пыталась меня заполучить у тебя за спиной? Я знаю, она мне призналась. Мы были в агентстве и все узнали. Он... Закрой свой рот! Иди отсюда! Руку отпусти! Руку отпусти! Успокойся! Там вся доска идет! Алло, полиция! Все гости требуют невесту, пора свадебный букет бросать. Надеюсь, Штинга поймает. Тут у меня к тебе есть отдельная просьба. По поводу букета.